Рабочий визит главного федерального инспектора по Московской области аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александра Петухова начался с посещения единой дежурной диспетчерской службы. Вместе с главой округа Алексеем Спасским и его заместителями он пообщался с сотрудниками и посетил оперативный зал дежурной смены. ЕДС, штат 35 человек, из них 27 человек – это оперативно дежурный состав. Все сотрудники у нас прошли обучение в спеццентре из Звенигород. ЕДДС успешно работает в муниципалитете с 2015 года. В этом году единая дежурно-диспетчерская служба нашего округа заняла 3-е место на смотре конкурсе среди муниципалитетов Московской области. Помимо своей основной функции предупреждать и ликвидировать чрезвычайные ситуации, она является также центром хранения и обработки видеоданных системы «Безопасный регион». Также Александр Петухов осмотрел рабочие места операторов системы 112. Старший оперативный дежурный, помощник диспетчер и 4 оператора системы 112. С 2015 года любую экстренную оперативную службу в муниципалитете можно вызвать, набрав единый номер 112. За этот год операторы 112 приняли и обработали более 260 тысяч обращений жителей. Треть звонков по 112 поступает только по скорой вызову, скорой помощи. Соответственно, ковид. 10% это будет полиция. Затем главный федеральный инспектор познакомился с работой Центра управления регионом. Его интересовало многое. От того, как именно и в какие сроки обрабатываются входящие сообщения от жителей, до средней заработной платы сотрудников и укомплектованности штата. Модерация понятна самая. Тогда, когда готовится соответствующим специалистам отраслевого подразделения администрации ответ, у вас такого рода вещи подписываются уполномоченным сотрудником или одним из ваших заместителей? Значит, у нас кто отвечает за переписку с вами? 99% это кто-то из заместителей. Кто-то из заместителей, да? То есть уровень вот такой. Мы предоставили полную аналитику, все полную раскадровку того, как устроена у нас территория района, что непосредственно делают сотрудники муниципального ЦУРа и как это влияет на жизнь городского округа, как, может быть, благодаря муниципальному ЦУРу это взаимодействие и с населением, и отработка обращений стала быстрее, стала более эффективнее. В заключение своего визита главный федеральный инспектор отметил, что остался доволен увиденным. И никаких существенных замечаний к работе служб и организаций у него нет. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Виднетова.